Итак, мы продолжаем. Позвольте мне подчеркнуть некоторые моменты и подытожить сказанное мною выше. Может быть, я что-то недостаточно четко объяснил и ясно показал. Итак, позвольте мне начать. Вот эти два утверждения, которые записаны на доске, относятся к природе истины. И я совсем не хочу сказать, что всегда будет достаточно просто определить, а соответствует ли какое-то утверждение окружающему миру, особенно если эти утверждения находятся в сфере, скажем, астрофизики или в других областях науки. Нам может казаться, что они верны с точки зрения теории соответствия, но доказать нам это будет крайне тяжело. И это не говорит о том, что всегда очень просто понять, а соответствует ли какое-то утверждение окружающему миру или нет. Иногда это сделать будет очень тяжело. Здесь мы говорим лишь о том, что утверждения истины, если они соответствуют окружающему миру. Что же касается второго утверждения, я тоже не говорю, что всегда будет просто видеть, как различные части нашего богословия согласуются между собой, не противореча друг другу. Я лишь хочу сказать, что если утверждения на самом деле истинны с точки зрения теории соответствия, то они не будут противоречить друг другу. Хорошо, зачем же мы об этом говорим? Вот сейчас я хотел бы вам кое-что показать. Я сейчас высвечу это на проекторе. Здесь будет показано несколько моментов касательно того подхода к богословию, который я сейчас вам предложу. И здесь вы сейчас увидите, что я нарисовал три круга. И в первом круге я написал слово «Бог». И давайте представим, что этот круг представляет Бога, а второй круг представляет мир, а третий круг представляет наш язык, то, что мы говорим, истинное утверждение или, быть может, ложное утверждение. То есть здесь речь идет об описании нашего мира. И вот теперь обратите внимание на стрелки на этой диаграмме. То есть я хочу показать, что Бог имеет отношение к миру, и то, что мы говорим, имеет отношение к миру. Бог относится к миру, будучи Творцом. Он тот, кто сотворил все существующее, и Он тот, кто хранит этот мир в своей руке. Описание этого мира относится к миру, соответствуя ему. Во всяком случае, таково наше намерение, когда мы о чем-то говорим, что есть в этом мире. Если я говорю, например, что на курс ST-5101 записалось 8 студентов на эту летнюю сессию, то согласно моему описанию, в мире, в котором мы живем, можно найти, есть класс ST-5101, и в нем 8 студентов. То есть то, что я сказал о мире, соответствует тому, каков мир есть на самом деле. И вот здесь, как мне кажется, мы находим рациональное объяснение третьего подхода к богословию. Если Бог — это тот, кто сотворил мир, и мы говорим об этом мире, то правильное описание проливает свет на тот мир, который сотворил Бог. Так? Даже если человек, историк, ученый, или кем бы он ни был, не намеревается ничего говорить о Боге,
Но говоря об этом мире, Он помогает нам понять что-то об этом мире, получить истинное представление о мире. А это, в свою очередь, помогает нам увидеть Бога, который сотворил этот мир и поддерживает в нем жизнь. Но где же мы находим описание мира? Конечно же, мы находим это в Писании. И для нас, евангельских христиан, Писание — это основа и главный авторитет. И прежде всего мы обращаемся к Писанию. Но также есть истинные утверждения об этом мире в других дисциплинах. Когда историк говорит нам, что в такой-то и такой-то год Цезарь пересек Рубикон, или он говорит нам, что 21 ноября 1963 года Джон Кеннеди был убит. Что ж, некоторые из нас жили в то время и помнят тот ужасный день. И мы можем сказать, что это утверждение говорит истину о нашем мире. То есть, если есть истинные утверждения в других дисциплинах, за рамками Библии, в других областях, то так как эти утверждения говорят о том мире, который сотворил Бог, то все эти утверждения имеют отношение к тому, что мы можем сказать о личности, о деятельности, об атрибутах, взаимоотношениях Бога. Не правда ли? Мы можем видеть, как Бог относится к миру и к своему творению, людям. То есть то, что я предлагаю на самом деле, это своего рода рациональное объяснение или обоснование того, что в христианском колледже надо изучать светские предметы. И в чем суть этого намерения в колледже Тринити, в колледже Уитон, в других христианских колледжах? Что ж, преподать разные дисциплины в своем контексте, но рассмотреть их с более широкой перспективы, понимая, что речь идет о мире, который сотворил Бог, который контролирует Бог, который ответственен перед Богом. То есть мы говорим то, что говорит нам наука, но при этом мы осознаем, что наука в чем-то права, не в том, что мир возник сам по себе, случайным образом. Мы понимаем, что то, что говорит наука о порядке вещей в этом мире, может помочь нам больше узнать о Боге, который сотворил этот мир таким образом и поддерживает его. И тот факт, что мир не распадается, тот факт, что мы можем жить в этом мире, говорит о милости Бога. Мы не должны принимать это как должное от Бога, то, что Он поддерживает жизнь на нашей планете. И многие признают, что это Он поддерживает жизнь. Ведь признайте, Бог не обязан был ничего творить. И Он не обязан хранить жизнь на Земле и уберегать Землю от столкновения с другими планетами. Тот факт, что Он сотворил Вселенную и поддерживает на ней жизнь, говорит о том, каков милостив наш Бог, что Он благой Бог. Ну что ж, после всего сказанного, я думаю, вы можете увидеть рациональное объяснение для использования материала, выходящего за рамки Писания в богословии. Но все еще стоит такой вопрос. Почему каждое истинное утверждение с точки зрения теории соответствия, не будет противоречить другим истинным утверждениям? Что ж, ответ прямо перед вами.
Описание мира соответствует этому миру. Во всяком случае, таково наше намерение. Но посмотрите, что же мы находим в мире? Можете ли вы встретить в реальном мире, который существует за рамками нашего воображения, женатого холостяка? Нет. А видели ли вы круглый квадрат? Как вы думаете, в реальном мире возможно будет кому-то одновременно сидеть на этом курсе и при этом в тот же момент загорать на французском побережье? Нет. Видите, в этом мире нет противоречий. Конечно, есть что-то, что трудно понять об этом мире, как мир функционирует, я совсем это не отрицаю. Но если в этом мире были бы истинные противоречия, а если у вас есть какой-то набор идей, в котором есть противоречия, то обязательно вкралась ошибка, и все рушится. И причина, по которой мы говорим, что каждое истинное утверждение с точки зрения теории соответствия не будет противоречить никакому истинному утверждению в том, что все эти утверждения, они относятся к миру, а в этом мире нет реальных противоречий. В этом мире нет женатых холостяков или круглых квадратов. Нет людей, которые одновременно находятся в двух разных местах. Что ж, что я представляю вам как модель богословия, на самом деле заимствует идеи, которые были популярны до какой-то степени уже давно в истории западной мысли. До 12-го, 13-го, может быть, даже до 14 века богословие считалось царицей всех наук. И так было вот почему. Вы изучали историю, вы изучали науки, археологию или философию, вы изучали все это, чтобы использовать все это для того, чтобы говорить о самом главном, о Боге, каков Он и как Он относится к этому миру. Потому что, несмотря на то, что наш разум ограничен, мы хотим узнавать как можно больше о Боге. И мы хотим, чтобы все согласовывалось между собой. Потому что, поймите, невозможно жить, имея в голове набор идей, которые противоречат друг другу. Вот представьте, если кто-то пригласил бы вас сегодня на обед в ресторан, который поблизости здесь, на дороге Half-Day, недалеко от торгового центра. Вот если бы кто-то пригласил вас на обед, скажем, в час дня, а кто-то пригласил вас пообедать в другом ресторане, в центре Чикаго, причем в то же самое время, то вы понимаете, что вам невозможно будет пообедать в двух разных местах в одно время. И даже если вы примете оба приглашения, то у вас никак не получится в час дня быть одновременно и в ресторане, который здесь рядом, и в том ресторане, который в центре Чикаго. И что мы хотим сказать? Что это не просто какая-то теория, это основывается на сути бытия. Но кто-то может сказать, вот знаете, мне хочется принять то, что вы говорите, но, знаете, есть определенные колебания, потому что если я выйду за рамки Писания и буду использовать информацию вне Писания, а вы мне уже говорили, что даже в Писании, не говоря о других дисциплинах, сложно понять, а действительно ли соответствует утверждение миру, в котором мы живем, то не рискую ли я слишком сильно
Не окажусь ли я в плену у собственной субъективности? Не мудрее ли было бы остановиться на первом или на втором подходе? Потому что при этом богослов не будет привносить своего. Удастся быть намного более объективным. Что ж, класс. Вот такие возражения можно услышать от многих людей, которые сами придерживаются первого или второго подхода. Но при этом допускается, что третий подход настолько сильно подключает разум богослова, что невозможно ничего напутать в богословии. А с другой стороны, в первом и втором подходе невозможно напутать, потому что вы лишь повторяете то, что Бог сказал. Но знаете что, класс? Напутать можно всегда, неважно, какой подход вы изберете. И это допущение, что если я только буду заниматься экзегезой, то удастся избежать субъективности разума богослова или экзегета, то это неверно. И знаете почему? В Писании вы находите не толкование Писания, но лишь текст Писания. Но вы скажете, подождите минутку, разве нет текстов, где автор говорит о ком-то видении, а затем толкует его? Да, есть такие тексты. Но в Писании вы не найдете того, как вы должны истолковывать истолкование того же видения. Вот поймите, вы, как экзегет, это привносите богословие. Итак, что же я хочу сказать? Я хочу сказать, что идея о том, что можно избавиться от субъективности человеческого разума при помощи экзегезы или библейского богословия, эта идея наивна, наивна в лучшем случае и, к сожалению, неверна в худшем. Да, в третьем подходе, который я вам предлагаю, конечно, верно то, что субъективность богослова имеет место. Верно то, что разум человека участвует, быть может, больше, чем в первом или втором подходе. Но о чем же это нам говорит? Говорит ли это нам о том, что безнадежно заниматься богословием? Или что богословие вообще безнадежно? И, класс, я скажу вам, если заниматься богословием настолько безнадежно, то и чтение Библии настолько же безнадежно. Потому что, когда вы читаете Библию, то смысл прочитанного не отпечатывается у вас в разуме, и ваш разум не пассивен. Вам приходится осмысливать то, что вы читаете, чтобы что-то понять. Но кто-то может сказать, но тот факт, что разум участвует, разве не означает, что невозможно все будет правильно понять? И ответ — нет. И мы подробно разберем причину, почему я так говорю, когда будем далее обсуждать богословский метод, как составляется богословие, и возможно ли вообще добиться объективности. И вообще, если это так безнадежно, зачем мы преподаем здесь эти курсы? Может, вам лучше устроить каникулы? Зачем понапрасну тратить время на протяжении этих 2 недель разбирать всю эту информацию, которая, скорее всего, окажется неверной из-за того, что так много субъективности? И, скорее всего, мы так и не узнаем истину. Если бы я так думал, я перестал бы преподавать. Во всяком случае, преподавать то, что я преподаю, и работал бы в другом месте. И я бы не преподносил то, что я преподаю, как некую истину, которая может изменить что-то в вашей жизни. Потому что я бы тогда считал, что субъективность доходит до такого уровня, что мы настолько безнадежны, что никогда не поймем ничего правильно. Но я считаю, что мы можем что-то понимать правильно, что мы должны заниматься богословием,
и понимать правильно. Что ж, позвольте мне остановиться и спросить, есть ли у вас какие-то вопросы о третьем подходе или о том, о чем мы только что говорили? Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. А какова же роль веры? Прекрасный вопрос. Неважно, какой бы подход вы не использовали бы, вопрос веры всегда следует учитывать. Но вот как это происходит. Я не могу просто так взять и сказать, я не буду изучать того, что записано в Библии, я просто приму на веру все то, что в ней записано. И когда дело дойдет до итогового экзамена, то я запишу такой ответ. Что бы это ни было, но я верю в то, что Библия говорит, истина. Или я напишу ответ о том, что, на мой взгляд, говорит Библия, и затем добавлю, я пришел к этому выводу по вере. И мне не нужно знать, древнееврейский или греческий, или какие там принципы толкования, писания, изучения библейских текстов. Я просто искренне верю, и вот такое толкование пришло ко мне. Вот что я хочу всем этим сказать? Я хочу сказать о том, что занятие богословием — это тяжелый труд, экзегеза, сопоставление идей вместе. Нужно убедиться, что нет противоречий. Нужно убедиться, что правильно понято, что говорят различные тексты Писания. И, конечно, никакая вера не заменит той работы, которую нужно проделать. Но, с другой стороны, я надеюсь, что само занятие богословием не станет для вас конечной целью. Другими словами, я хочу составить евангельское систематическое богословие, чтобы рассказать вам все о каждой отдельной доктрине и написать эти огромные книги, в которых записаны все утверждения, которым учат Писание и другие источники. И, говоря о себе, я не хотел бы потратить свою жизнь на это. У меня много вопросов о том, истинно ли все то, чему учат эти источники. И я думаю, было бы здорово заниматься такой интеллектуальной зарядкой, собрать все эти утверждения вместе, используя принципы толкования. Но, конечно, поймите, не для этого мы здесь собираемся. Да, мы хотим знать, что говорит Писание, но мы осознаем, что то, что говорит Писание, не так легко принять. Не слишком приятно узнать, что Библия говорит о нас, как о грешниках. И не слишком приятно узнавать о том, что мы умрем. Конечно, замечательно то, что Библия говорит о том, что мы воскреснем из мертвых. Это здорово, что Библия говорит о том, что те из нас, кто знают Христа как своего Спасителя, проведут вечность с Богом. Но чтобы написать эти утверждения и сказать, вот здесь Библия об этом говорит, не устраняет нашу нужду в вере. Потому что вы все еще можете задавать вопрос, который задавали апологеты и философы, а именно, почему мы должны вообще верить тому, что говорит Писание? Как мы можем знать, а истинно ли то, что говорит Писание? И можно прийти к какому-то заключению, которое истинно, но каким бы ни было это заключение, остается потребность в вере. И вывод в пользу христианства
имеет под собой много оснований, но даже несмотря на это остается потребность в вере. И говоря о вере, я имею в виду различные значения этого слова, которые можно найти в Писании. Прежде всего, я должен поверить в это своим умом. Иногда можно найти то, чему учит богословие и Писание, когда есть какие-то основания, чтобы это принять, но так хотелось больше аргументов, больше данных, чтобы это принять. Потому что трудно быть полностью уверенным на основании тех данных, которые есть. Но есть еще и второе значение веры, которая нам нужна. Даже если я знаю, чему учит Писание, и есть много неопровержимых оснований, чтобы так считать, но это не означает, что я готов склонить свою волю и принять то, что учит Писание, обо мне, как о грешнике, о моей нужде в Спасителе, о моей нужде в общении с Богом. И здесь возникает потребность в вере. Не только для того, чтобы помочь нашему разуму, там, где нам хотелось бы больше аргументов, но вера, которая поведет нашу волю к тому, чтобы принять то, что говорит Писание, чтобы мы не только составили список того, чему учит Писание, но и жили согласно этому. Что ж, я ответил на вопрос. Все это никоим образом не пытается устранить веру, и я очень благодарен вам за вопрос, потому что я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что все это касается лишь нашего разума, и все, что нужно, это интеллектуальные способности, быть достаточно умным, и можно быть прекрасным христианином при этом. Знаете, можно быть прекрасным богословом, но при этом атеистом, или жить как атеист. И знаете, примеры такие есть. Можно назвать таких людей в 20 веке. Скажем, можно назвать Пауля Тиллиха, который написал объемное систематическое богословие и внес большой вклад в развитие богословия. Но при этом не был религиозным человеком. Я не знаю, ходил ли он в церковь. Что-то явно было не так. Вот когда вы читаете его систематическое богословие, становится очевидно, что оно выходит далеко за рамки Писания. Но тем не менее, задаешься вопросом, насколько он сам жил согласно этому. Хорошо, еще вопросы. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.